Всем огромный привет, вы на канале Vitaly Plays, и сегодня у нас новая мега-халява в игре PUBG Mobile, а именно я покажу вам, как можно забрать 240 UC абсолютно бесплатно. Поехали! Дорогие друзья, всем огромнейший привет еще раз, и в начале ролика хотел бы поблагодарить абсолютно всех за 250 тысяч подписчиков на канале. Если ты еще не подписан на канал, обязательно подписывайся, ставь лайк данному ролику и в колокольчике включай все уведомления, потому что об этом пойдет речь вот прямо сейчас. Как всегда по традиции в видосах с халявой, розыгрыш Royal Pass от меня и условия все те же, что я перечислил буквально секунду назад: поставить лайк видосу, быть подписанным на канал, а также в комментариях написать комментарий вот по теме давайте костюма аквалангиста. В комментах напиши, что костюм Посейдона топ, потому что и продолжи, либо же костюм Посейдона дно, потому что и продолжи. И также укажи в комменте обязательно свою айдиху и в колокольчике включи все уведомления, чтобы не пропустить стрим, на котором мы и разыграем Royal Pass. Вроде бы от тебя все, поблагодарил, Royal Pass поставил на розыгрыш, и теперь поговорим о халяве от разрабов. Первая халява такая банальная, но возможно у кого-то регион стоит Сингапур, Индия, я не знаю, там США, то сейчас вот на регионе Украина, Россия, Казахстан, нам, ребят, дают вот такую вот рамочку за то, что мы входим в игру просто на протяжении 8 дней, мы получаем рамку абсолютно бесплатно на халяву без доната. Так что, если у вас, возможно, другой регион, и вы бы хотели себе именно такую рамку, возможно, она впишется под вашу аватарку, милости просим, переходите назад. А так, вроде бы, по халявам я здесь все рассказывал, парашют можно забрать. И разрабы ничего такого нового не добавили. Но, дорогие друзья, разрабы добавили нам новую халяву, опять 240 UC на сайте Midasbuy. Я уже снимал видос про эту халяву и как ее получить, поэтому чуть дальше я вставлю отрезок с того видоса. Я там вроде бы более-менее понятно объяснил, но если я там этого не расскажу, то я лучше вот сейчас расскажу. Буквально там дают 240 UC, и там раньше могли получить 240 UC всего 1000 человек. Сейчас же разрабы добавили еще 5000 мест на то, чтобы получили 240 UC. К сожалению, 240 UC я бы хотел, чтобы давали 360 UC, по-моему, да? Вот давайте посмотрим, Royal Pass стоит самый дешевый. Я здесь не могу посмотреть. Но, по-моему, 360 UC стоит самый дешевый Royal Pass. И я хотел бы, чтобы вы как раз получили те UC-шки и забрали Royal Pass на свой аккаунт, если у вас его нет. И также важно, в дальнейшем я в том видосе не скажу, но вот сейчас скажу, что на карте у вас должен быть хотя бы доллар, чтобы сайт Midasbuy, ну, не подумал, что вы какие-то читеры и пытаетесь обмануть каким-то образом, используя левые банковские карты. Поэтому если вы будете брать карту, на ней должен быть хотя бы $1. И я также скажу, что этот доллар списывается и буквально через секунду возвращается на вашу карту. То есть если вы у родителей возьмете карту, но без спроса этого ни в коем случае не делайте. Без спроса нельзя, лучше пускай родители помогут. То доллар уйдет, потом сразу же придет, и в принципе вы сходу можете, я там дальше покажу, как удалить эту карту и не париться о том, что когда-то с вас или с родителей снимет деньги. Поэтому вот так вот, в принципе, от себя я все сказал. Заходите, забирайте рамку. Кому эта рамка нахер не нужна, смотрите дальше видос, в котором я объясняю, как забрать 240 UC на сайте Midasbuy. Смотрите, как получить 240 UC, зарегавшись на сайте Midasbuy. Эта халява доступна только для региона Беларусь и Украина. Но я не знаю, возможно, в вашей стране получится как-то через VPN ее получить, я не уверен. Короче, заходим на Midasbuy, если вы из Беларуси, Украины, ну, либо же через VPN, если вы из других стран. И нас уже встречает вкладка «Привяжите свою карту для того, чтобы получить UC-шки». Если у вас вдруг такого не появилось, все, что вам нужно сделать, нажать на крестик, нажать на флаг, выбрать Other, другие страны. И здесь сверху мы видим специальные предложения, мы проматываем их до того момента, пока мы не видим регион Украина, либо же вот Беларусь. Заходим на Украину, так как я из Украины, захожу сюда, и смотрите, здесь надо все очень и очень просто, здесь нужно залогиниться, если сверху не нажимаете логин, вас попросят нажать логин здесь, нажимаем логин,
Еще раз логинимся. Здесь мы залогинились, и далее вот такой вот скриншот приложу. Ребят, там надо ввести просто данные своей карты, либо же карты родителей. Так как у меня уже была одна карта подвязана, я подвязал свою вторую карту, и потом, на которой даже, ну, я ею не пользовался. Я ее подвязал, получил 240 USD на аккаунт и сразу же ее отвязал. Здесь можно в настройках отвязать. И все это дело пришло мне на почту. Но, к сожалению, у меня запись экрана в тот момент не заработала. Поэтому вот все. Ну, я думаю, вы поняли. Моя цель была просто направить вас на сайт Midasbuy. Зарегались, привязали карточку, получили юсишки, потом захотели, удалили ее. Но это ни в коем случае не реклама. Мне вообще похер, будешь ты получать эти юсишки или нет. Что ж, друзья, вот таким вот получился видос. Я надеюсь, вы оцените его лайком, подпиской на канал, если еще не подписаны. А также в колокольчике включайте все уведомления, чтобы не пропускать все самые свежие и новые видосы из мира PUBG и не только. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.